Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Успешная модернизация. Появление мини-скричеров. В предыдущей серии новый сигнал о всплеске энергии пришел с мусорного полигона. Ксандр и его друзья отправились в Бейт-Сити, чтобы найти нового скричера. Но попали в засаду. Во время ожесточенного батла, в который их втянул Сентра, скричер Кар получил серьезные повреждения. Однако доктор Холмс уже собирался его улучшить. Вкуснятина. Ксандр, ты чего голодаешь? Он все время думает об батле Сентра. Ксандр, поверь мне, на голодный желудок ничего хорошего не придумаешь. Сентра силен, но рано или поздно мы его победим. Арла? Слышишь, Ксандр, хоть Арла тебя поддерживает. Спасибо вам. А на самом деле меня беспокоит Деваурин Пантер. Ксандр прав. Если Деваурин Пантер и другие не перейдут к нам, мы не сможем попасть в Храм Земли. Да, у Абадона теперь есть очень сильный помощник Сентра. Надеюсь, что доктор Холмс сможет собрать мини-скричера. Доктор Холмс давно сидит в лаборатории. Надеюсь, у него что-нибудь получится. Арла, я с подарком. Яши, что это такое ты принесла? Как интересно. Да, наконец достала. И? Арла, это миниатюрный Lightning Rhino, которого я заказала для тебя. О, мне нравится. Внимание, пустая трата энергии. О чем ты на этот раз, Глаз Арканы? Я ничего не делал! Замечена лишняя упаковка. Лишняя упаковка? В смысле? Лишняя упаковка продукции значит лишний вес, лишний объем. Все это напрасная трата ресурсов планеты. Доктор Холмс? Доктор? Нет, это не он! Доктор Холмс заперся в лаборатории. А?
Он зовет на помощь! Джансен, ты тоже здесь? Ксандр, вы очень вовремя. Я услышал, что доктор Холмс зовет и пришел помочь. Только не трогай! А? Арнейд, скорее помоги мне! А? Доктор Холмс, ты в порядке? Что там у вас происходит? А? А? Только не это! Открывай! Доктор Холмс! Ждать нельзя! Джентль, надо ломать дверь! Давай! Вперед! Скричер трансформация! Айсберг! Вот это было коварно! Доктор Холмс, ты в порядке? И вообще, что у тебя тут стряслось? Не беспокойтесь, это случайность! Внимание, внимание! Включаю авторежим защиты. Закрываю двери. Это же динозавры! Арла, это не динозавры, а мини-скричеры, как Шома. А? Все верно, я чувствую в них энергию. А что они нам говорят? Мы не динозавры, мы их языка не знаем. О, я попробую. В моем племени издревле умеют общаться с животными. О, Джента, правда? А? Угу. Удивительно! Люди умеют общаться с животными! Железные динозавры — это животные? Джента, что ты делаешь? Похоже, это не сработало. Джансен, спрячься где-нибудь там. Нет, доктор Холмс, я не очень хорошо себя чувствую. Лучше ты спрячься где-нибудь еще. У Джансена болит голова. Давай найдем другое укрытие. С чего это у него болит голова? Я не верю. Почему мини-скричеры так разбушевались? Сейчас я приведу их в чувство. Приказываю, остановись! Ты чего? Лайтнинг Игл! Ксандр, Лайтнинг Игл долго не продержится. Надо ему помочь. Лови его! Братик, ты очень
очень понравился этому тиранозавру. Какая милашка! Вот над чем я трудился круглыми сутками! Внимание, дамы и господа, встречайте! Мини-скричер-вулкан! Тиранозавр Флипп! Трицератопс Додо! И Рая Стегозавр! Я совместил окаменелые кости динозавров со скричеркаром. Так совершилась эволюция четырех мини-скричеров. Доктор, расскажи нам побольше об этих мини-скричерах. Да, они смогут победить темную армию. Ха-ха! Сейчас я продемонстрирую, на что способен мини-скричер. Мы готовы! Давайте же начинать! Сандер, ты со мной? Брат! Сандер, но это же тренировка! Сандер, давай! Итак, начнем! Скричер трансформация! Урок трансформация! Эйрстек Игл! Лайтнинг Игл! Элфайр Тайгер! Вайлдфайр Лайн! Скричер-трансформация! Урок-трансформация! Самплей-стак! Лайтнинг-райно! Скричер-трансформация! Урок-трансформация! Айсбер! Вот они, наши напарники-скричеры. Эй, Hellfire Tiger, Wildfire Line! Я вас верю! Бой начинается! Вперед! Не благодари, мы же с тобой напарники! Много трепишься! Эй, я же просто пошутил! Ты обиделся? Механические цели для них игрушки. Правда? Хочешь чего поинтереснее? Ладно, я включу максимальную сложность. Айсбер! Осторожнее! Лазеры становятся мощнее! Сейчас мы проверим, чьи лазеры мощнее! Лайтнинг Крайнер, берегись! Вот это да! Лайтнинг Крайнер, в сторону! Становится очень опасно! Я больше не могу! Теперь ваш выход, мини-скричеры! А?
Вулкан, берегись лазером! Вот это силище! Это то, что доктор Холмс называет силой динозавров! Пожалуй, Флинт в воздухе без проблем обгонит Лайтнинг Игла! Рая, берегись! Отличная броня! Они очень сильны. Конечно, мое лучшее изобретение. Защита разрушена, наш выход. Лайтнинг Игл, объединение. Уборок, трансформация! Электрический разряд! Лайтнинг Игл стал таким крутым! Я тоже хочу! Эй, Флинт! Ринго, теперь мы не проиграем. Теперь моя очередь. Джансен, Джансен, что с тобой? Что случилось с Джансоном? У него все никак не спадает температура, и похоже, уже очень давно. Он болен? Он ведь даже ничего не сказал. Не волнуйся, Ксандер, с Джансоном все будет в порядке. Джансон, ты очнулся? Не волнуйся, я скоро поправлюсь. Джансон, у тебя лоб горячий. Тебе надо в больницу. Не надо. Подумаешь, температура. Отдохну, и все пройдет. А? О? Ладно, как скажешь, отдыхай. Но если что, мы едем в больницу. Вот, выпей воды. Тебе нужно пить больше жидкости. Надеюсь, мне показалось. Лорд Абадон, скажите, какие будут приказания? И так ясно, нужно как можно скорее разыскать последний скричер. Вдвоем пойдете? Эй, не выступай тут! Ты понял меня? Хватит, Раф.
Похоже, мы сами должны атаковать. Пробудись, Скричер Абадона. А? Что это? Dark Blast Dragon, я вернул твою мощь. Пришло время последнего боя. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Гамджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.